В Ленинском районе уделяется большое внимание различным видам спорта. У нас проводятся районные, областные и общероссийские соревнования. 29 сентября во дворце спорта «Видное» проходил чемпионат Московской области по шахматам. Смотрите репортаж Екатерины Чернышовой. На блиц-турнир по шахматам приехало более 70 участников из различных городов Подмосковья. Официальное открытие начали с вручения благодарственных писем за помощь в организации соревнований и слов памяти нашему земляку, мастеру спорта Сергею Львовичу Кузнецову. Сергей Львович – один из основателей шахматно-шашечной федерации, которая была основана в 1992 году и продолжает работать по сей день. Сергей Львович Кузнецов вел активное участие в спортивной жизни района, являлся судьей, провел большое количество соревнований как среди взрослых, так и среди детей. Организаторы соревнований решили сделать турнир в честь Сергея Кузнецова для шахматистов Ленинского района традиционным. Честь принять первенство в Московской области по шахматам выпала городу Видное по нескольким причинам. Несколько городов Подмосковья выдвинулись кандидатуры своих городов и районов для проведения этих престижных соревнований. Ну, в конкурсе победил город Видное и Ленинский муниципальный район, которые предложили лучшие условия для проведения соревнований, близость Москвы, то есть географически очень удобно участникам, плюс прекрасный дворец спорта. Турнир проводится по правилам блица. Это молниеносные шахматы. Каждому игроку отводится на партию всего лишь 3 минуты. Спортсмены в этом турнире играют по 13 партий. Результаты определяются по общему числу побед. Для шахматистов нет возраста, что наглядно доказали участники турнира. Так как самым младшим спортсменам едва исполнилось 7, а самым старшим уже давно за 70. Каждый участник, без сомнения, является фанатом этого вида спорта. Ну а причина у всех своя. Я занимаюсь шахматами с 1 класса. Влек он меня, потому что этот интересный спорт в него играли с древности. Мой брат, он просто, как обычный человек, играет в шахматы, любитель. Вот. И он проиграл меньше, маленечко возрастом. И мне заинтересовалось, почему такой большой мальчик проиграл такому маленькому. И с тех пор меня заинтересовали шахматы. Для участников соревнования шахматы являются и наукой, и культурой, и, без сомнения, спортом. Баталии, дискуссии, переживания – для шахматистов неотъемлемая часть игры. По окончанию соревнований были подведены итоги в нескольких номинациях. Среди женщин, среди мужчин, ветеранов, детей в возрасте до 16 лет, шахматистов Ленинского района. Победители получили медали и кубки от Министерства спорта Московской области. Екатерина Чернышова, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.